Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вам показать свой заказ в Faberlic. Заказала там одну интересную вещь. Одна моя подписчица мне написала, что Faberlic очень хвалят ножи, что Наталья, типа, вы не заказывали и так далее. Я обещала заказать и посмотреть вот на ножи, и мама, так сказать, их оценит. Вот, так что в этом заказе у меня есть ножи, ну и куча бытовой химии, как обычно. Сейчас, в общем, все покажу. Итак, вот ножи, и мы с мамой уже распаковали. Значит, вот это называется какой? Поварской. Поварской нож. Вот это разделочный, как бы считается, для мяса. Это тоже такой, ну не знаю, он это удобный. Тоже какой-то нож, а вот это для овощей. Как вам ножи? Очень. Особенно вот этот. Маме очень понравился вот этот нож, который идет поварской. Да, с пяточкой. Да. Вот потому что есть вот эта пяточка, и он очень такой легкий. А острый? Острый вообще, безумно, да. Так что, девочки, очень аккуратно. Я, кстати, читала там тоже, ну, как комментарии, отзывы на вот эти ножи. Очень много кто хвалит, но хвалит вот этот в основном для резки овощей. Я вам все артикулы оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. И еще говорят, что эти ножи разбирают очень сильно. Вот. Кстати, да, я вот уже несколько каталогов не видела этих ножей, они появились. Я взяла все, кроме для резки хлеба. Ну, потому что для резки хлеба мы им можем обычно... и таким порезать. Да, мы обычно вот таким или вот таким режем, то есть мы не используем нож для резки. Это вообще такое покрытие, насколько мы с мамой поняли, да? То есть да. Это не керамические ножи. Нет-нет-нет, это железные. Вот, написано нержавеющая сталь и АБС пластик. Ну, то есть это просто такое покрытие, я так понимаю, цветное. ТПР пластик, да. ТПР какой-то. Ну, ТПР пластик это ручка, я так понимаю. Можно мыть посудомойки, что является огромным плюсом, потому что деревянные ножи, если мыть посудомойки, то они вот здесь рассыхаются, расклеиваются. Мама сказала, что она не разрешит их мыть посудомойки. Она боится, что они затупятся. Но вообще очень классные. Там, между прочим, писали отзывы, что много лет пользуются, даже ни разу не поточили. Может быть, потому что не моют посудомойки. Да? Да. Думаешь? Да. Нет, а зачем посудомойки? Ручками. А это что такое? А это, наверное, кончик ножа, чтобы не сломался. Смотри-ка. Да? Это какая-то штучка нашла. Ну да, это чтобы при транспортировке не сломался. Вот, а то у нас любят ножичком. Да, у нас, кстати, и подковырять какую-нибудь баночку, обломать вот эту вот это все часть это стабильно. Да, ножа. Так что вот такие вот ножи, ну, мама моя очень рекомендует, особенно вот этот нож. И маленький. И вот этот маленький. Она говорит, вот очень эти удобные. Самые два крутые ножа. И я буду их заказывать и этот еще, если вот увижу, то есть следующий каталог, если будет, или последующие каталоги. Вот эти два ножа закажу 100%. Ну, вот этот вот такой, ну, мясо разделывать. Вот этот обычно там, не знаю, маслица на бутерброд намазать или что-то в этом духе. А вот эти два у нас, кстати, самые ходовые ножи. И вот мой оставшийся заказ. Сейчас я все вытащу, покажу вам. Так, вот остальной мой заказ. Значит, взяла вот эти два кондиционера. Я для белья очень мне нравится. Я стираю цветное и черное белье и добавляю вот этот кондиционер. Вообще классно. Вот взяла себе две штучки. Так, дальше средство для мытья посуды, которое очень все хвалят, очень понравилось нам с мамой. Да, мама, тебе понравилось средство для мытья посуды? Да, она очень это концентрированная и мало берет, и очень много пенки. Очень много пены, да, вот мама говорит, и маленький расход у него, и приятно пахнет. Руки, посуда потом не пахнут вот ни рыбой, ни чем таким. Так что очень сильно советую. И не сушит, самое главное. Да, и не сушит. Вот артикул 11830. Но я еще подпишу вам внизу у кондиционера артикул 11266, который тоже, он мне очень нравится, я прям советую. И вот это вот концентрированное универсальное средство для кухонных поверхностей. Я им еще по вашим же тоже рекомендациям мою полы. Вот артикул 11218 вообще просто потрясающе. Один раз провел, и все чисто. И даже ламинат очень хорошо. Прям все полы очень сильно блестят. Поэтому, да, прям советую тоже. Также взяла вот этот для чистящий универсально для ванной комнаты. У меня есть распылитель к нему. 11220. Артикул у него тоже классное средство. Впервые тоже по вашим рекомендациям взяла вот это средство для чистки духовок и плит.
11119 артикул. Тоже попробуем с мамой. Я думаю, что понравится. Ну, я почти уверена, что понравится. Так, еще бросила вот такой крем для очистки металлических поверхностей. То есть кастрюли и все-все-все. Там в отзывах было написано, что кто-то даже чистит серебро этим средством. Вот, так что вот такое-то. Где у него артикул? Вот, артикул 11158. Так что попробуем. Также я обожаю просто вот этот универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Я его использую на воротнички, на области подмышек и на манжеты, рубашки мужа и сына старшего. Вот он у меня ходит в школу. Также хорошо очень удаляет ручку, но удаляет хорошо свежие пятна, то есть если пятно уже давно посажено, вот как, например, сын у меня приходит со школы, у него какое-то пятно на белой рубашке, я попшикала и тут же бросила стирать, вот тогда оно работает. Если пятно старое, то есть давно уже лежит, то, конечно, уже может быть, ну, не с первого раза это точно выведет. Так, дальше я купила вот такой крем, ночной крем для рук, это я купила себе. У меня был такой же, закончился только желтенький про руки. Я взяла вот этот. У него артикул 2204, наверное, да? Ну вот, ну я артикулы все еще раз повторюсь, подпишу. А маме моей очень сильно нравится вот этот от Faberlic, карамельная груша. Во-первых, ей очень нравится аромат. Вот это артикул, наверное, 1867, да, мам? А во-вторых, мам говорит, что после мытья посуды, после вот каких-то вот... В огороде, когда вот порвались перчатки, ну, не хоть лень идти. Ну, в общем, такое вот. Да. Менять перчатки. Или вот, например, не этим, когда я вот у дочки была там, не вот этим посудом мыла, а обыкновенным. Типа фэри. Фэри. Угу. Ну вот. И мылом там все вот это самое. Ну, вообще, у меня вообще было потрескавшись. Да, вот этот маме очень сильно нравится. То есть у него на ночь намазала. Ну, да сейчас вот мы в машине ехали. Да, вот. И намазала. Вот закончится у нее, я потом снова закажу. Или вот такой же, вот этот получше будет. Так, снова взяла вот эти бритвенные станки. Они мне очень нравятся, моему мужу. И мне тоже, кстати. И еще вот эти масочки, которые я в прошлый раз тоже брала. Вот эти маме понравились. Это я как раз маме. 0713. Ну, это я уже так до кучи, так сказать, бросила. 40+. И 60+. Артикул 0789. Маме они понравились, вот эти масочки. Потом надо будет побольше взять. Ну, и вот эти, не знаю, мама их все возьмет или я себе возьму. Я, наверное, себе возьму. 23,75. И... 23,73. Но я не особо поняла действие вот этих масочек, поэтому решила взять себе еще, чтобы распробовать, так сказать. И мама, кстати, тут у меня вот в этих пакетиках, в упаковках, нашла вот эти такие наконечники. Да, маме так понравилось. Впервые, да, видим, чтобы ножи вот так вот продавались с такой штучкой. Не, ну, может быть... Мы же не часто, мы же не каждый месяц покупаем ножи. Ножи-то... Ну да, может, все, конечно, сейчас так делают. Но мама говорит, что здоровские штуки, если, например, вот вы с собой там едете куда-то, может, в поезде, в машине. Так, в лес. Да, в лес, например. Чтобы пакет не порвалось, чтобы вообще... Удобно. Потому что все время же вот это рвется, поэтому мама их сказала, оставит. Вот, но ножи мама очень советует. Вот этот большой нож очень маленький, советует. А маленький вообще. И вот этот маленький, что очень будет удобно чистить... Картошку, там морковку, овощи какие-то, грибы. Вот это вот все очень маме понравилось. Тем более для моих рук. Да, да. И вот этот вот очень советует, потому что вот эта ножка удобна. Пяточка. Пяточка, да, извините. Пяточка. Очень удобно, ей как раз будет нарезать, да? Нарезать, да. Вот. Но мы еще их это самое в деле опробуем с мамой. Вот. Потом, если что, я вам расскажу. В каком-нибудь кухонном влоге, наверное, мама еще скажет, да? Да. Но на первый взгляд маме очень нравится. Кстати, удобно то, что ручка легкая, потому что у нас есть один нож вот такого же плана, но у него очень тяжелая ручка, и из-за этого им особо никто не пользуется. И не скользит. Вот можно, вот самое главное, что вот можно мокрыми руками, ну, обычно же, всегда вечно брязгаешься, не скользит. Она тут такая, ну, как тебе сказать? Прорезиненная. Да, тут и серая прорезиненная, а вот это пластмасска.
вообще голубенькая. Ну да, красивая, ножи сделаны. Да, и сделаны, как будто они, ну, это керамические. Но керамические ножи, они же бьются. Уга у нас спит. Вон она как спит, она любит. Да, кстати, наша подруга как все время спит тут у мамы. Вот, вот. А как она убивает ночью вот здесь вот? Да, что не встать. Не встать. Вот она, девочка. Ты спишь? Он хвостиком. У нее хвост закрытый, но спит. Да? Да. Хороший облончик. Кирушка отвалилась. Такая облончик. Поправь ей ушко. Пусть проветривается. Она такая зависла. Ой, ты моя сладкая девочка. Он завис. Она мокрая. Еще мама у меня тут все рукодельничает. Штанишки. Да. Чехольчики. Вот мама связала, ой, связала, сшила штанишки для пялец. Ну, это так называют штанишки, а это вот туда. Вот так. Такие. Да, нашила, так. Два дня шила. Два дня шила? Да. Вот такие чехольчики. Угу. Чтобы не пачкать. Да, а еще, кстати, мама тут завершила одну свою работу, я вам сейчас покажу, мы тут снимали, ну, которую ты соседке-то отнесла. Да. Да, вставлю вам сейчас кусочек, покажу. Да. Еще мама у меня хочет похвастаться. Да? Ну, да. Она доделала, наконец-то, картину. Вот такую, вот так вот. Дошила, да. Довышивала. Ну, в общем, крестиком мама вышивала. Вот такая вот у нее получилась картина. Мама ее уже постирала, да? Я уже все сделала. Отгладила, постирала. В общем, начала я ее 1 апреля, а закончила вчера. Нет, 4 числа, воскресенье, в 1:00 ночи. Нет, 1:06. Да. Все. Вот так. Мама наконец-то доделала. Угу. Кошка, как всегда. Вот такая. Ну как, сложно было? Ну, я интенсивно, я ничего не делала. Нет, делала я так, поделывала. Ну, да, сложно было зелень вышивать, дерево, листочки. Да? Да. И последнее тоже было. Уже боялась, что уже ночь, могу путать, чтобы не распустить, не обрезать. Очень нервничала, очень нервничала. Вот, поэтому вот я доделала. Ну вот. И еще нервничала, нитки были разные. Гуня. Кошка, как всегда. Кошка, да. Сейчас вот я. Сейчас я вот это все уложу, разверну и пойду относить соседки. Угу. Вот. Вот в такая трубочка. Я не знаю, что это у вас было. Вот так сейчас заверну. Это, по-моему, из-под. Знаете чего? Этот. Пленка пищевая. Ну, не-не-не, она мягенькая. Это большая труба какая-то. Чё? А, ну это что-то строительное было. Что-то строительное. В общем, я все эти штучки забираю у зятя. Да. Складирую. В старом доме прячу. Вот сейчас мы вот так ее завернем и ей отнесу, и она уже отнесет в багетную мастерскую. Да? Да. Но у меня еще есть, конечно. Вот сейчас буду уже маленькие делать. Я буду делать другой соседке. Маленькие, с кисами. Она у нас большая кошатница. Угу. Поэтому она там заказала, я уже начала. Буду маленький. Уже не будет со станком. Станок я уже разобрала так немножко. Угу. Вот, поэтому я буду вот так. Вот сейчас. Вот такую кисоньку ей буду. Угу. Вот она, видите, какая. Ну, здесь только вышивается сама киса и вот. Не знаю, еще даже. По-моему, кисы еще чего-то вот это. Угу. Вот. Нисок, ниточек очень мало. Вот. И оберег. Вот две кисы я ей вот одну начала уже. Вторую. И оберег ей для дома буду делать с малитовой. Угу. У нас такая есть. Это нам сват привез в монастыре. А я нашла в интернете. Такую можно вышить. Угу. Вот, там по желанию, кто входит, кто остается, кто уходит. Святой Николай Сербский. Какая-то его из молитвы. Так что вот буду.
Ну, понятно. В общем, мама пошла к соседке. Я пошла к соседке. Это на полдня. Нет. Да. Сейчас никто, сейчас, наверное, никого нету. Сейчас главное по дороге, чтобы никто не встретился. Ага. Вот, поэтому я все. Ну, все. Так что вот так вот. А у меня тут вон кто пристроился ко мне. Ну. Да, Гунечка. Ну, я пошла. Да. Ну, иди. Я пошла, да. Мама пошла. Все. Ну, и на сегодня мы будем с мамой с вами прощаться. Мы надеемся, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что артикулы всего того, что я заказала в Фаберлик, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте пальчики вверх, нам это очень приятно. Мы всех любим и целуем. До новых встреч!